175 лет назад, в 1845 году, на свет появился норвежский композитор периода романтизма, музыкальный деятель, пианист и дирижер Эдвард Грик. Пенса-концерт посвятил этому событию немало тематических мероприятий. Одно из таковых состоится 23 ноября. Дорогие друзья, мы хотим пригласить вас 23-го на концерт, посвященный памяти великого норвежского композитора Эдварда Грига. Но это маститый автор, которого играет во всем мире, и вот, наконец, его юбилей, 175 лет, решили отметить и у нас. В качестве дирижера в этот вечер выступит Вячеслав Филипенков, которого пензенская публика хорошо знает как руководителя струнного квартета «Премьера» и участника симфонического оркестра. В марте этого года Вячеслав уже примерял на себя роль дирижера и признается, это занятие не из ряда простых. Знаете, здесь день на день не приходится. Один день кажется, что все катастрофа. Буквально другой день. Окрыляется все, настолько все потрясающе. Действительно, это очень интересный опыт. Просто большое количество людей под твоей рукой и выполняющие твои желания, музыкальные идеи, мысли. Это очень интересно пробовать, и мне очень приятно, что очень много получается из того, что задумывается. Ноября в Большом зале филармонии зрители услышат известные произведения Эдварда Грига, концерт для фортепиано с оркестром «Ля минор» и две сюиты из знаменитого «Пер Гюнта». Участие в концертной программе также примет лауреат международных конкурсов пианистов Александр Губарьков. Начало концерта 18:30.